Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. И Серхио с канала Mozen Games. Всем привет, дорогие друзья. А мы заканчиваем Робокопа, по идее, это точно должна быть последняя серия Робокопа Роук Сити. А вот, тут вышла обнова на него, появилась новая игра плюс, вот, поэтому я потом там парочку ачивок, которые мы не выбили, выбью. Редкий случай, у меня будут выбиты все ачивки. По-моему, вторая игра только у меня будет, где выбиты все. Так, нам надо поговорить со всеми. Нет, с тобой нет? А с кем? А, с тобой. Ничего не понял. Это кто? А, это там внизу, что ли, кто-то? Подвале кто-то прячется. Вон там журналистка рядом стояла. С ней, так, наверное, это 30, давай сначала с нее начнем, да, тогда. So it's true. He's dead? I am sorry that it did not happen in front of cameras. That's all right. There's always another story. But tell me this. You killed the guy who started this all, exposed UEDs for what they are, and made sure they won't replace cops. You contained the riots and at least postponed the creation of Delta City. What is your question? After doing all that, why is no one celebrating? Ты потому что здесь, блядь. Not why we do this. What a thankless job. Actually, maybe that's a story worth pursuing. Would Channel 9 be interested? Funny you should say that. I'm considering jumping ship. I realize that blindly chasing a story that would nail OCP made me hurt a lot of people who didn't deserve it. Mainly you. There's this local paper that does what I always said I wanted to do. They help people in the community and give them a voice. Oh, and it probably wasn't clear, but I tried to hide an I'm sorry somewhere in all this. Noted. I'm glad. See you out there, Robo. А как можно было ей не помочь? Просто интересно. Ну ладно. А это просто из серии... В каком-нибудь банке закрыть ее сразу, да и все. За проникновение или что-нибудь в этом роде. Ну, может быть. Это же серии, типа, вы как это называется, он правда умер, да, обоссавшись, вообще как лох последний просто. Это была очень позорная смерть, он проявился как полнейший долбан вообще, этот мужик. Вообще, злодей, конечно, какой-то из него, ну, прям... Обычный слишком. Ты что, спишь, что ли, блядь? Ты охуел? Пастус. Я, блядь, не вижу, вот у него глаза, сука. Так сел, что ху... Не, ну вроде не это, не спит, ладно. You caught me sleeping at the desk. А, нет, все-таки спал. It's like I'm trying to convince you that I'm not cut out to be an officer. А, си, такой си. Tired. I talked to Reed, and he said that someone from OCP already contacted him. Since the UEDs turned out to be a bust, they'll be reinstating everyone. Everyone that meets the criteria, of course. Since Becca no longer needs me, I think that's the end of my career. Let's stop you from sending in another application. What? No, oh, never. Oh, нет. You can count on my recommendation, officer. You do that for me? I don't know what to say. Thank you, RoboCop. It's been an honor. Для начала скажи, блядь, спасибо, Алекс Мёрфи, а не Робокоп. Как тебе такое? Вообще было бы неплохо, да. И самое главное, мы все вот это помогли всем, не вкачав просто ни единого очка в психологию, в разговоры и прочее. Вообще ни единого, блядь. Да. Даже не подсвечивая правильные в диалоге, ответы в диалогах. Ну, это было самое сложное, да, конечно. Да. Ну, мы вдвоем просто проходим, понятно. Ну, только поэтому... Два мозга усиленно трудились над этим. Только поэтому, собственно, мы и вывезли, да, поэтому. Так бы я один не справился. Бля, да что тут за сонное царство? Конечно, понимаю, мы всех победили и прочее, но вы все охуели, камеры открыты, все спят, бля. Что происходит? У нас что, все преступность в городе закончилась, что ли? Один чувак с крыши наебнулся, все? Ёбаный пиздец. Охуеть. А ты чисто уже поспать тоже сюда отдохнуть приходишь, да? Тебе даже камеры уже не закрывают. Свой братик уже. We got Wendell. Over the course of our relationship, I've grown enough to admit that it was mostly you who took down Wendell. Вот это правильно, это правильно понял. Good job, Tin Man. That guy brought a lot of suffering to this city. The phone calls I got from people begging for help made my stomach turn. It was overwhelming. At first, I didn't know what to do. But that did not stop you. You proved competent. Not to pat myself on the back, but I really did. Just...
Who knew that selflessly helping others is so exhausting? And rewarding. Yeah, you may be onto something there. I checked on the folks that called in to make sure they're safe. And they were. But now, I need to catch up on my beauty sleep. I can't believe I'm the only one here. Don't they know there are mattresses back here? They probably mind the vomit stains. Beggars can't be choosers. See you around, partner. Так, вот это действительно чуть-чуть немножко странно. То есть, Уэндала, допустим, угомонили, окей. Его наемники, его же самого кинули, окей. Они просто нахуй поставили. А все остальные эти горящие головы, байкеры, кто-то там еще, какая-то банда была. Они же, по сути, захватили город. Они что такие, Вендал, все? Ну ладно. И ушли такие. Так это работает? Ну тут еще, наверное. Antonowski finally got what he deserved. Damn right. No escaping the grave. Возможно, еще дело здесь в том, что типа он же хотел типа копов заменить на своих роботов, а теперь копов заменить не на кого, и копы спокойно вернулись теперь к своей работе. Хотя вот они шевелиться не могут от усталости. Но я говорю, они тогда, по идее, должны, у них КПЗ-то был битком забит. Ну да, или да, они и то есть всех на поражение, и... как бы. Потому что мы на улице-то вышли, там же пиздец какой-то творился. И он творился не из-за роботов Уэндала, ну не только, точнее, там и байкеры, и эти были, и прочее. Ну, это, короче, хуй знает. Сейчас посмотрим, конечно, но пока это выглядит как-то все, ну, очень натянуто. И только единственное, она работает, вот женщина. Вот реально, она единственная, по-моему, нормальный специалист вот в этой конторе во всей, потому что это кто-то спит, тут и это, она стоит, делом опять занимается. It is safe out there again. Oh, thank you. На самом деле, я просто запал на неё, вот и всё. Since you left me with your partner, Officer Lewis. Milk Hunter. Feisty little thing, isn't she? She makes me feel да, safe. 50-летняя женщина, usually, да. I'm a little anxious about leaving my patients. But these past couple of days, I've gotten to meet some of the people in your world. Despite your circumstances, you've made a good life for yourself, Alex Murphy. I'm confident in saying that I'm leaving you in good hands. Thank you, Doctor. You know, I've been selected to join the Committee on Integration of Cybernetic Organisms into Society. I think it's important for people to know what I've learned here with you. I'll pass my conclusions along, and I hope OCP will do right by you. At least this one time. Goodbye, Alex. Ну вот, на вот это, на самое нормальное. Robo, Lewis was looking for you. She's in the locker room. Oh my. Hold on. You look so hot. Was your neighborhood affected by the riots? I don't know. Once they began, I was too afraid to leave this place. I locked myself in a storage locker. I get it. I'd probably do the same. This precinct really makes you feel secure. И на меня такие, блять, ладно, я пошел отсюда, я понял, ребят, извините, вы тут про какие-то свои эти эротические игры рассуждаете, а я тут вас застал за этим. That you, partner? Нет, это не я, ты ошиблась. Меня все с ним путают, я знаю, я просто очень похож. Блять, конечно же, это я, но ебаный в рот. You're back. So it's done. It is. Did Wendell do one of his kill him speeches after which he always leaves? He did. What a cheese ball. So, are you gonna stand around like that the whole day? Come on, sit down. A lot of things have changed since I wasn't around. For one, I've heard that there's another woman in your life. Another woman? Dr. Blanche? Seems that you two spent a lot of time talking together. I'm glad that there was someone you could lean on while I was away. You've been under a lot of pressure lately. It felt like every night at the hospital I was seeing your face on the news. People trying to dissect your every word, question who you are, your past, your future. I wanted to say how proud I am that despite having all those people look at you under a microscope, you remain so composed. I know I wouldn't handle it that well. So, how did you do that? I had help. Oh, that little thing? It served as a reminder.
of who I am. Ну, куда-то в район паха спрятал. I have always been. A great police officer. Among other things. Дополнительная броня никогда не помешает. Гульфик такой в виде полицейского значка. So, what's next for us, partner? Our morning shift is about to start. I'll get my gear. You've got to see this. Moments ago, what was reported as an unidentified creature has entered the OCP headquarters and is creating havoc. Reports of new. А все-таки перестрелка там будет в этом офисе, да заебись, охуенно. Там столько всего можно разрушить. Кто же это будет? The shift starting early. Ready, partner? I was born ready. Ну, блядь, цитата неполная. Неполная цитата. Вы че? Если уж цитируете, цитируйте до конца. Это, конечно, не в духе Робокопа такие фразочки отпускать, но... Сейчас они закончат, я скажу, что это за цитата. Если ты сам, наверное, не узнал. What the hell? It's like a hurricane came through. Не, наверное... Stay alert. Наверное, нет. Че? У меня Born to Kill только в голове, но... Ну, Born to Kill, да, из этой. Так, ну и чё? Где мы, куда мы? А, это из этого, по-моему, из первого Блейда было, когда там что-то где-то ближе к концу, там это ему говорит, are you ready? Он такой, I was born ready, motherfucker! А. Вот. Я такой договаривал бы уж. Но, с другой стороны, Робокоп не матерится. Из пепла, from the ashes, вот прям, да? Да, намеки? Да, по-другому. Да, да. Это прям анонс только что сейчас был, можно сказать. Прям буквально анонс только что был. At least we have chopper support. No such luck. That's a TV helicopter. They're here already? А нахер вы-то здесь, я не понимаю. Я только хотел обрадоваться, что босс вертолет за нас и тут. We have wounded. Да. What happened here? It was furious. It did everything in its path. Что происходит, блядь? Свернулась, развернулась сама на ровном месте просто. Блядь, что это было? I'm in the Channel 9 helicopter. I'm seeing a lot of movement on the executive floor. I know exactly where that is. We need to get up there. No, хорошие апдейты и фиксы интересные. I will handle what is up there. You sure? Это новая игра плюс есть. И золотой пистолет, да. Hurry up! А кого эвакуировать? Те, кто здесь мертвые, вот эти все лежат. Давай, да, эвакуируй. Блять. Че это за звук? Ну, может, ты пистолет Робокоп достанешь? Ну, хотя бы. Бля, ну вот это вообще пиздец. Ладно, людей поубивал, но пальму-то нахуя? Да смотри, что творит, а? Вот мудила, блядь. Больной ублюдок. Все, тебе не жить, сучара. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Где тут? Где? Ага. Где тут было? О! Еще раз посмотрим на эти красивые виды. Возможно, что сейчас проходить. We're finding more and more wounded, and they're all giving me consistent descriptions. Так. So unless everyone is getting it wrong, there's an old friend waiting for you upstairs. You can expect... Trouble? That's right. Make sure there is no one left in the building. Will do, partner. Ну да, они вдвоем сейчас прочешут весь этот небоскреб и быстренько убедятся, что никого здесь не осталось. В принципе, хуйня вопрос. Вообще ни о чем, да. I see you. That thing just moved to the western corner of the executive floor. Здорово. Something. В смысле, something? Вы все, сука, знаете, кто это, блять. Он в предыдущем. Вот. Это ж после второго фильма происходит. Он на весь город буянил, этот робот. Что? Это что-то? Что же это? Господи, что же это такое было, что снимали все новостные камеры в городе, блять, мы не можем его узнать. А недавно это было, блять, на этом, на выставке на одной этого робота показывали. Да, я знаю, кто это, просто мне Серег заспойлерил. Нещадно. По-моему, кстати, может, он даже и вам заспойлерил. Тут, по-моему, в записи это говорил. Да, кому не... наверное. Ну, это при всем уважении, это кому не похуй, такой да. Уж спойлер, да. Кому не а это что, Бейкер, что ли, лежал там? Грустненький. Не, похоже, просто моделька. А. Да, блядь, дай это пройти, сволочь. Это тут работал человек у окна просто. Ну, как обычно, да, у них здесь принято. Are you getting this? All of it.
That's the OCP board you're seeing. А, на больше теперь все. Да ебать. Guess someone didn't like the candidate they chose. OCP is finished after this. Всех переубивал, нихуя себе. А теперь на вертолете, видишь, там летает наш это знакомый. Ты... Обрати внимание, я вообще ни с кем не посрался. Вообще, это, блядь, на хорошую концовку вышло, между прочим. Блин. Так, куда? Ну, допустим, туда. О, о, о. Ага, так. А там в животе бурчит у кого-то. О-о-о, так. Может, это приколы Дискорда или что-то, но у меня это, по крайней мере, именно так. Не-не, это похожий звук, да. What do you want from me? А, вот Беккер. Ебать, жлоба такая. My number one guy. There seems to be a misunderstanding. А, сознание старика туда пересидел. Я еще думаю, что там сознание. Given me the opportunity to observe you closely. The old man! That you! I didn't know! I didn't mean to! Oops! Only now do I truly understand what others see in you. I realize why they cheer you on. Root for you. And it is because they can look past your metal exterior and see that somehow you haven't lost your humanity. Так, ну если у нас в распоряжении будет весь офис, то нам есть где побегать. Прошу прощения за слово побегать. Ну да. Применительно к Робокопу. Так, по-моему, убивать мы его будем только пистолетами, так понимаю, и дробовиком, да? Потому что здесь нету пушек. Ну, видимо. Разбросанных. Значит, то как в Резиденте не пролетит наша корреспондентша и базуку нам не скинет. С вертолета. Ну, мало ли. You sold the city's future. That leaves one question. Scrapyard or prison, creep. Пам-п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 ам-
Do you need backup? I repeat, do you need backup? Да нет, что надо. The evacuation door. Copy that. Ой. Ой. На тебе, сука. Мне кажется, бесполезно сейчас по нему просто так стрелять. Надо что-то явно... Где? Нате, сука! Не, потихонечку отнимается. Ой, ебать! Сука, сейчас я чуть не обосрался со страху. Пошел нахуй! На тебе! Да, вот. О! 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 Вот! Да то сачку. Ууу, все понятно. Сейчас кто-то будет послан нахуй просто. Сейчас будет кто-то профессионально мною обосран, мне кажется. Ну и он обосрет мне ФПС. Да что так громко? Когда в этом режиме туда. Ай! Да бля, ну что ты такой резвый-то? Ну-ка, быстрее меня. Бля, ты может побежишь, я там не знаю. Да, рывок.
Че говоришь? Рывок есть, если что. А, вот так, кстати. Там-там-там-там-там-там-там. Ой. Да. Не знаю, что-то я в него кинул. Так, где-то там что сломал? Ну, о, пардонте. А ты сломал мне пол? Мне как бы надо ниже спуститься, мужик. У меня патроны кончаются. Да ты заебал, сломай пол. Сломай пол. Ясно, понятно. Ой. А что делать? Из пистолета его расстреливать, серьезно? Видимо, да. А, вот, ага. До какого-то момента дошел. Вторая фаза пошла. Типа того. Реально его пучит, походу. Бля, сейчас он сейчас обосрется, по-любому говорю. Робоко, подходи нахер, тебя волной смоет. Уи! Че нам на лицо приземлился? Фу, блять, грязный извращенец. Я не такой. Особенно если учесть, что приземлился-то старик. Впечатление вообще так себе. Блять. Фу, я пошел, ну тебя нахуй, короче. О. Бля, где? Ну ёб твою мать. А ну здесь кидаться это такое себе. Не, ну они хоть взрываются. Во. Наоборот, это очень даже хорошо, смотри, как снимает сразу. Ну, другое дело. О, вот это другое дело. Ну давай, подбираю, ёбак! А, всё? Патроны кончились, да? Бля, беги! Тебе будет бегать, таранит тебя, типа. Ага. Ай! Хорошо, хоть у меня эта штука быстро. Ай! Не надо! Не надо! Типа я ему пушку, получается, сломал, видимо. Ага! Так, ладно, калашников все равно посерьезнее, чем эта моя пуколка. Оп! Оп, эй. Да хорош, ты чё, охуел, что ли? Отъебись! Оп! Блять, я делал вообще-то рывок. Да, блять, давай быстрее. Сука, какое же говно бесполезное, а? Ебать. Ну, пиздец, он просто еле двигается вообще. Бля, ты серьезно? Ты рывок только вперед можешь делать? Вот это охуенные новости. А, нельзя? Он рывок только вперед может делать. Вот это заебись вообще. О! Это твоя, по-моему, пушка. А, нет. Я без нее сюда пришел. Бля, какая уникальная битва, пиздец. Я все патроны уже высадил, вот это, да? Да?
просто думал, там дверь открывается, надо сбежать типа отсюда. Но нет. Лампочка это. О, это откуда, блядь? Ладно, я не против. Господи, спасибо. Шах и мат атеисты. Ага. Третья фаза. Как минимум чекпоинт. Ой, бля, он разозлился. Он разозлился, вы посмотрите на него. Ну, я обосрался. Он обоссался, по-моему, видишь, съебывает. Ну да. Цикло. Он в панике и съебывает отсюда. Дяденька, не бейте. Going somewhere. Куда, блядь? Ебать. Блять, мы раз, говорит, себе собрался куда-то, говорит, go somewhere, и перевод, куда путь держишь? Блять, остался добрый молодец, блять. Добрый старец тогда уж. Че это? О, мое, мое! Мое, бля! Да беги, сука ебучая, блядь. Какой ж ты говноед. О, 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 че это, че это, че это, че это? Еще патрончики. Блять, он в упор из него промахивается. Вот это, да, понимаю. Это скилл. Да. No luck. No, как там? А, no luck, just... Блять, а. Не, подожди, one shot, one kill. Not luck, just skill. Да-да-да-да, вот, спасибо. Да, че, из него в упор надо стрелять, чтобы попадать. В принципе, приемлемо, ладно. Оп, моё. Чё моё, чё сказал, блядь? Так, на всякий случай. Если что, забил уже. Давай, 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 перезарядочка, 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 давай. Эва, ой, чё происходит? Ой! Блядь, о! Самые медленные ракеты... Стой, человечество, по-моему, да, были вот, только что. Да, вот стой, где стоишь, короче, мужик. А, еще две есть. На тебе раз. На тебе два. А, и куда вторая пропала? Ну, допустим, ладно. Пошел нахуй, короче. Упс. Мерфи, you need to get out of there. It's about to collapse. Блять, на него упадет небоскреб. There's no one else inside. You need to save yourself. Так. Ну, финальный пафосный выстрел въебал это будет? Спасти? Спасти? Серьезно? Нахуй его спасать? Пошел он в пизду, блядь, спасать его еще. Я похож на ебнутого, что его спасать. Не вижу просто ни единой причины этого делать. Пара-пара-пам. Бля, конечно, плохие новости для робокопа. Он бегать-то нихуя не умеет. Типа, быстрее убирайся оттуда. Это, ну... Как в этом в Сан-Андреасе. I'm trying, I'm trying. Я пытаюсь. Это сейчас только что был какой-то самый супер-убер-современный мощный прототип робота. Который выключается тем, что, сука, ты вилку из розетки у него вытащил. Серьезно. Это и в фильме такая хуйня была. Ну там он типа ему сначала все провода разломал, а потом еще вот эти вот там же мозг внутри человеческий тоже с позвоночником. Еще мозг позвоночником выдрал оттуда изнутри. А здесь что-то как-то я думал, собственно, там еще мозг с позвоночником будет, но что-то нет. Нет, это его брат-близнец, блядь. Ну, чисто случайно, второй такой же. Блядь,
Вот превьюшка есть уже. Да, я робот этого возьму на превьюшку. Какого-нибудь кадра. Робокоп уже так был подряд почти. OCP's magnificent giant has fallen. OCP's new CEO assured us that the destruction of its headquarters will not stand in the way of finishing Delta City. А что, субтитры-то так распухли? Japanese corporation Kanemitsu has already shown interest in OCP's most prominent project. Да, это в третьей части фильма про это. Them with open arms. Deritashiti, yokoso. From the city of wonders, we're back to Detroit. Из города сейчас возвращаемся в Детройт. The city's debt has reached a new peak. Re-elected mayor Kuzak asked about his plans for reform. Вот это стоп-кадр просто. Said he had other plans instead. Матес кукожил. OCP is the weakest it's ever been. We'll sue them. Смотри на женщину слева рядом с усачом. Блин, такие ёбла, пиздец. Now it's time to introduce a new segment. You, the Detroiters, where we share feel-good stories from our local communities. Disgraced Senator Farrell took hostages at the local theater and called for his reinstatement. Печаль, конечно, however, да, a former сенатор, vagrant да. and the theater's newest employee managed to defuse the situation. When asked why здесь. He decided to risk his life, Pickles, a European cinema connoisseur, said that it was simply disrespectful to interrupt the screening. Let's just hope Pickles does not influence the theater's movie selection. А, типа, рассказывают по каждому персонажу, что ли? Да, да. Sunblock 5000 model nearly torn to pieces by an ED 209 after not adhering to the 209's instructions. Да ёбаный в рот. The parking space could have turned deadly. It wasn't for Dr. Olivia Blanche. Сука, я хуею. Они все еще выпускают их на улице, этих роботов. During the 209's intervention. Dr. Blanche's new book, Coping with Loss, is said to be of value to both это, сука, даже не долбоебизм, я уже не знаю, что это вообще. Ну, доктор молодец, без шуток. Reporter, funded by terrorists, after trying to illegally broadcast a hit piece aimed at OCP, Samantha Ortiz has been spotted collaborating with a terrorist group led by a woman known in the underworld as Bertha. OCP denies... Ну, это, короче, было в третьей части, это будет подполье. Sorry, ну, она за хороших, конечно. Fortunately, this time it was a minor one. Let's move on. A new world record has been set in Detroit. A man called Funeral Bob attended his 1,000th funeral this year. The record-breaking funeral belonged to Max Becker, a former OCP executive. As it turned out, Bob was its only attendee. The OCP delegation did not arrive due to a rescheduled business meeting. We hope the meeting went well. Да, есть немножко. Moving on. The owner of a local restaurant, Onion Bhaji, in cahoots with a ring of zoo thieves. The restaurant was proved to source the ingredients through crime. The arrest was made by a rookie neighborhood cop, Ulysses Washington, and according to his statement, it wasn't the first animal he had saved. One question still remains unanswered. What happens to RoboCop's human status? Mayor Kuzak distances himself from RoboCop and leaves no doubt that he will not be advocating. Ну да, извините, с мэром мы не трещали, поэтому он нас отстранился, да. Вот, вот с мэром, если с мэром мы постарались, да, можно сказать. Public conversation. I saw on TV that it suffers from some kind of malfunction. What if he mistakes us for criminals or something? Who's gonna defend us from him? Ну, я знаю, кто. Е-209. Да. А я от них. Будем друг от дружки защищать. It's been a busy time for Detroit, but the cloud that lowers over the city is lifting as police end their strike. We're ready to serve, said Officer Ann Lewis, who returned to duty despite her recent injury. What heroism. Detroit can sleep soundly tonight. Ну что, скоро она доиграет. Question is, for how long? That's all for today. This was Casey Wong. Until next time. Ну ладно, 36 минут нормально. Сейчас пока титры тем более еще закончатся. Ну типа вот, вот такая вот игрушка. Два слова про это, про финального босса. Он прикольный, ну как, ну норм, типа. Но, блядь, с этим вот, как бы, грубо говоря, управлением, когда ты еле ползаешь. То есть, блядь. С одной стороны,
жаловаться не на что, с первого раза его прошел, вообще не напрягаясь и всякое такое, да? Вот. Но типа, ну он реально такой медленный Робокоп, ну это вообще пиздец. То есть если они будут делать еще одну часть про Робокопа, ну мало ли вдруг, я хуй знаю, потому что видите, про Терминатора они пока только одну игру сделали, потом про Робокоп взялись. Но если вдруг они будут делать продолжение, берите, короче, после третьей части, когда у него есть этот летающий джетпак, и делайте к нему всякие апгрейды, чтобы он мог быстрее ходить, быстрее бегать, что-то вообще похуй на самом деле, что будет. Я вообще на самом деле, ну, то есть, спасибо, что вы дали одну часть вот такую, но если вы будете делать продолжение, дальше уже смысла нет такого же ключа, по-моему. Вот, и такой момент, что, как сказать, я из тех людей, кому, в принципе, понравился новый Робокоп, вот этот, который 2014 года. И прикольный был, что он был как раз нихуя не похож. Он был реально нормальный боевой робот. Не вот это вот, который еле ходит, да? А там носится, как умалишенный, по всем стреляет. Но я про такого бы Робокопа я тоже бы в игру поиграл. Прям с удовольствием. А вот. А так, в целом, я уже говорил в какой-то серии. Тут хороший фан-сервис. Тут хороший юмор. Хороший, не раздражающий фан-сервис. Не просто тебе в морду пихают, а как-то его вплетают в повествование. И вообще... что-то найти надо, не валяется просто так и так далее. Вот. Юмор прям хороший. Да, причем я имею в виду юмор, который задумывался, а не тот, который мы с тупости и со всякой кривизны рофлили. Вот. Но это тоже прикольно. А вот. Ну и как стрельба, ну неплохо. То есть сказать, что это прям, ну, шутер, ну, блять, ну это на самом деле, наверное, все-таки игре слишком польстить, сказать, что это прям шутер. Это реально вот рельсовый тир по большой части. А, вот. Но стрелять приятно, бошки взрываются, врагов кидаешь во все стороны, все отлетает, все разрушается, красота. Музыка пиздатая, опять же. А вот. Но сюжет, блядь, сюжет это вообще пиздец. То есть, вот. Хорошо, что игра не относится к себе прям чересчур серьезно, потому что иначе этот сюжет был вообще невозможно хоть как-то воспринимать. Вот, короче, вот так вот. Как у тебя чего, какие у тебя мысли по итогу ознакомления с игрой целиком? Как сказать? Не хочется очень сильно говнить ее. Не, чигари прям но... честно, как есть все, что думаешь. Но. А, вот я как не... абсолютно не фанат Робокопа. Я если что, кстати, тоже. Смотрел вот эти фильмы. Да, этот апдейт мы ждали все это время. А, смотрел фильмы, да, но это было... ну, 15-то точно назад. Как ну да, я-то их пересмотрел еще же, эти оригинальные перед прохождением, да. Угу. Ну вот, а я вот как посмотрел, и мне что-то тогда не зашло, да, и в рот его компот. Вот, поэтому... не знаю, мне кажется, идея с таким а-ля открытым миром, где ты ходишь по этим самым... по локации, там какие-то дополнительные задания делаешь, типа... выписать там 3 штрафа или там наругать за громкую музыку, ну не знаю, мне это показалось как-то таким прикрученным, лишь бы было, типа, вот у нас, смотрите, что мы можем. Мне кажется, если бы сделали как... коридорный такой? Ну да, типа, вот тебя закидывают на уровень, перед этим какая-нибудь катсцена, можно большую обстоятельную катсцену сделать, типа, вот так и так, такие дела, вот там заложников захватили, ну, это грубо говоря, да, заложников захватили там на таком-то этом, каком-нибудь сталелитейном предприятии, вот иди и всех убей. Ну, не знаю, мне бы тогда, наверное, больше понравилось. Вот, кстати, я вставлю маленькую, как говорил Пучков, в каком ролике разрешите вставить. А, то есть этот, как его называем, просто если бы вот эти со штрафами, с вырублением музыки и с прочим, это было бы какой-то... ну, серии они пару раз за игру просто это сделали, как такое, знаешь, ну, типа, ну, просто как прикольная хохма, что, типа, Робокоп приходит, играет громко музыку, он взял, разъебал магнитофон, типа, пошли все нахуй отсюда, всех прогнал. Или как с этим, с наркоманом квест был. Вот с наркоманом квест вообще охуенный, когда, типа, вы, блядь, вместо того, чтобы ловить наркоманов, поймали бы тех, кто щемит наркоманов. А, нет, типа, эти телефонные трубки... чтобы найдите, кто ломает, а то, типа, у меня клиентура страдает. Ну, вот. Да. Вот это было прикольно, потому что это задумывалось тоже как смешной квест, и он таким и был. Но даже там можно было сделать, что он какую-нибудь, ну, побольше передрягу попал. Вот ты приходишь, там, 5 врагов убил, и все, вот весь квест. Но вот ходить и прям реально, то есть реально кто-то будет, даже учитывая, что за это ачивки нет, ходить и вообще все закрывать вот эти побочные задания,
Ну, хуй знает. Я имею в виду, я под побочными заданиями, задания-то мы все прошли, я подразумеваю именно вот эти вот выписывания штрафов, вот это вот все, так что... Да, продолжай, извини. Прокачка, она нужна здесь вообще или нет? Вот что-то поменялось бы вот прям настолько кардинально, если бы ты, скажем, не вкачал бой, например. Да нихуя бы не поменялось. Когда тебе оружие кидают, ну, просто из всех щелей, даже если полностью забить на свой пистолет. Аптечки-то... Что мы и делали, кстати говоря. В принципе, и сделали, да. Мы нашли там какую-то плату, вторую, что ли, хотя их там сколько, 7 или 8. Со второй так и ходили всю дорогу, типа, ну вот, вроде зашло. Причем мы бы сделали другие платы с удовольствием, но там везде нужны вот эти вот тройник с переходом вниз, и они, сука, просто не выпадают. Да. Они просто, блядь, не выпадают. Можно было сделать вот объединение этих переходников как... Ну, это я по своему опыту сужу, как в Sacred. Игра такая. Ну, я не играл, да, но я понимаю, что имеешь в виду, наверное. Диаблоид. Там тоже были, значит, умения прокачивались не... ну, как не за очки, которые ты там выбиваешь, а ты находишь там руну какую-то, да? Mm-hmm. И все, вот ее вкачал. И там руны падают на все абсолютно классы. Там темный эльф, варвар, ну, на все, вампиресса, все. То есть ты можешь играть за одного персонажа, а тебе выпадают какие-то руны для другого класса. Левые, да. Да, и ну, с ними ничего не можешь делать. Можешь найти специального там мастер рун, или как там называется, и типа за две руны он тебе дает рандомную абсолютно руну, другую. Угу. За три руны он тебе дает рандомную руну твоего класса, а за четыре руны он тебе дает руну твоего класса на выбор. Конкретную, то есть уже. Да. Ты сам выбираешь то, что ты там по своему билду что прокачиваешь, вот, пожалуйста. Ну, вот сделайте так же, там, три, скажем, эти обмена, и ты, ну, не три, сделайте больше. Пять. Четыре, пять. Шесть. Да. И ты сам выбираешь то, что тебе нужно. Тем более, что они, опять же, их довольно много. У нас целая куча осталась, которую мы никуда не вставили и прочее. Да. Вот. Да, да. Возьми реально, что, допустим, если ты хочешь просто рандомную, ты ставишь три, если ты ставишь. Потому что их же можно объединять, но объединять до тех пор, пока вдруг рандомно не вывалится та, которая тебе нужна. А их бывает две, три нужно. То есть, ну нахер скорее, это? Скорее они в рюкзаке закончатся просто. Да. Или не знаю, чтобы либо в кра... Ну, короче, понятно. Это тоже как-то... То есть, здесь много, на самом деле, согласен того, что по большому счету игре просто нахер не надо. Я не знаю, как было в Терминаторе. Я в Терминаторе не играл. Но в Терминаторе ты играешь, во-первых, за человека обычно. Во-вторых, там вот это сопротивление на обломках постапокалипсиса камероновского, да, вот этого, из первых двух фильмов. И я знаю, что там тоже, по идее, есть прокачка. Вообще она чем-то на Far Cry чем-то похожа местами игра. Ну, там я могу понять, представить, опять же, не играя, да, так чисто. Вот. Нахер это все нужно здесь? Вот. Типа, мы можем, ну, блядь, лучше сделайте побольше, подлиннее, пусть будет, ну, без вот этого. Пусть там про политику вот эти какие-то охуенные истории, идеологии. Ты... Понимаешь, сейчас, наверное, больше ругаем, чем хвалим. Ну, типа, то, что хвалишь, ты можешь похвалить в двух строчках, и там просто распинаться нечего. Вот, как обычно. А поругать получается, как всегда, вот. Да. Да, ну, вот, в принципе, вот, это меня... Как, я говорю, как, ну, я вряд ли бы ее стал играть, потому что, ну, мне сам Робокоп как-то... Похер на него. Я не смотрел и нового Робокопа, я тоже не смотрел. Угу. Поэтому... А тех я уже не помню. Ну, какие-то обрывки, фрагменты. Поэтому, ну, не знаю. Ну, чисто за компанию, понятно, самому бы... Да, да, да. Не, я сам бы, наверное, рано или поздно прошел, потому что, в принципе, мне Робокоп нравится, но не настолько, чтобы там это... Но здесь, видишь, и самому, думаю, когда-нибудь пройти. И товарищ попросил, который как раз фанат Робокопа. Ну, вот, типа, ну, что бы тогда... Я тут еще затесался так вовремя. Да, что бы... Сложилось, звезды сошлись. Да, а что бы и нет, в конце концов. Вот, кстати, потом сразу-то вопрос на будущее. Это не то, что вот следующей там игрой, типа того, следующей игрой у нас уже другая будет. Мы уже... Я уже записал там пролог, прошел первую серию. А этого Терминатора, он у меня тоже купленный, поскольку ты Терминатора лучше и знаешь, и любишь, и прочее. Хочешь потом в таком же ключе Терминатора пройти? Или ты просто тупо посмотришь его у меня потом? Да, можно. Можно попробовать пройти, почему бы и нет. Можем, знаешь, что угарнуть? Я, насколько знаю, первая игра-то у них короткая, можно еще Рэмбо будет пройти, которая совсем рельсовые тиры, которая полная говнище, ну типа она такая угарная, потому что просто, знаешь, если ей так плохо, что уже хорошо.
Чисто для коллекции, можно, что называется. Можно все попробовать, без проблем. Ну все, ладно, это тогда мы разберемся. Вот. А с Робокопом получается все. Я сейчас там, прям сейчас, наверное, доиграю, добью там пару ачивок эти, которые я хотел. Но это уже без записи, безо всего, потому что это игра закончена. Вот. И в целом, опять же, что пожалел, я не могу сказать. А вот, ну просто в силу того, на самом деле, что у нас из-за наших обстоятельств всего немножечко все это затянулось, уже хотелось ее допройти, типа, блядь, заебал. Вот. Но на самом деле, если ее нормально сесть пройти там за несколько вечеров, то она так, ну, повеселился, поиграл и прочее. Да. Нормально, в принципе, игра Б-класса с хорошим юмором, с хорошими перестрелками. Ну, конечно же, техническая... Вот, я забыл про техническую составляющую сказать, то есть техническая составляющая, где игра выше 60, ну, там, в некоторых сценах 70 было кадров по 80. Это максимум. И это с DLSS. Ну, правда, он мне потом, говорю, выстроил все это на ультра, вот здесь, на эпические, да, вот эти вот. Но, типа, она требует 30-80, у меня 40-60. А, и... она не мега мощнее, конечно, все равно мощнее, чем 30-80. Насколько я правильно понимаю, да, по логике вещей. Но даже если она, грубо говоря, такая же, как 30-80, все равно, что вот в этой игре, вот вы мне скажите, требует 30-80 хотя бы? Вот я... Количество мелких деталей и отражения какие-то местами, но отражения в лужах хорошие, да, согласен. При этом сам Робокоп нигде, блядь, не отражается. Вот. Вот сам Робокоп, вот он нарисован, вот реально вот тут, вот он неплохо. Видно, что он, конечно, он не выглядит как пластиковый. Он выглядит реально такой вот, ну, довольно прикольно, хорошо тоже сделанный. Но при этом лица персонажей, волосы, что-то еще, блядь, это ж пиздец. Там какие-то лицевые анимации или что-то еще, их вообще просто как класса нету, вот поэтому, ну, хуй знает. На мой взгляд, ну, она плюс еще сейчас уже получше, а тогда был, ну, как получше, блядь, мы опять ее включаем, она опять 12 FPS мне выдает. Ее надо несколько раз туда-сюда свернуть, развернуть, чтобы она даже сообразила, а, блядь, да, точно, у тебя же вот какая карта, да, все, извиняй, сейчас, вот тебе 60 кадров. Мы сейчас в меню сидим, у меня счетчик кадров 59, 60. Ну, блядь, я хуй знаю. Я говорю, с DLSS. В общем, короче, техническая составляющая прям, ну, пиздец. Нету, скажем так, в игре ничего такого, что требует такого железа. Вот, на мой взгляд. Может, я что-то не понимаю, но... Ну, блядь, вот просто, опять же, я понимаю, разные деньги, разные мощности. Тем более, это Unreal Engine 5, между прочим. 5, блядь, 5-й Unreal Engine. А, я понимаю, все разное, но тем не менее, вот я, наверное, 100 раз этот пример буду теперь проводить. Я вот поиграл в Doom Eternal, почти весь его прошел оригинальный, без до DLC. А, для себя. Если что, на канале не ищите, для себя. Это потом будем проходить. Вот. А, и там тоже все задрал на ультра. Там, значит, с этим, с RTX, со всем прочим. Он, конечно, не новый уже. Вот. Но он графически выглядит, во-первых, раза в 4 лучше, чем Робокоп. Хотя игра старая, 20-го года, по-моему, Doom Eternal. Вот. И там все просто летает, сука, там 100 FPS, он вообще ниже, по-моему, вообще не падает. Типа вот, ну... Ну, хуй знает. А вот. Ну, это, наверное, придирки, ну, хуй знает. Просто к тому, что вот у кого-нибудь, если карта уже какая-нибудь 10-60, 10-80, наверное, вообще в Робокоп поиграть этого смысла нет, потому что там только каких-то минимальных, я не знаю, то есть... I don't know, man, I don't know. Вот так. Короче, противоречивая игра, неоднозначная. Однако, что поиграл, не жалеем. Вот так. Ну, неоднозначная, но скорее в плюс, чем... Да, есть, которые больше... Здесь все-таки плюсы перевешивают в конечном итоге. То есть здесь что-то бесит вот это, там раздражает вот это, ты ржешь. Но здесь еще прикол в чем? Что вот, допустим, сюжет просто полное говно, но он по-смешному полное говно. Над ним весело, особенно когда в компании играешь, вот вдвоем мы сейчас, да, над этим весело было угорать. Вот, потому что есть же сюжеты, которые такая блевотина унылая, а здесь хотя бы, ну, смешной. Поэтому и это тоже получается в плюс даже. Ну, тупенько, зато поржали все, вот, так что. Ладно, все, а то мы уже минут 15 или 20 распинаемся. Я всегда как-то подробно рассказываю, но тут уж прям совсем что-то получилось. Короче, вот, что-нибудь еще добавишь? Да не, наверное... Все, что хотели, все сказали. Да. Ну ладно, значит, получается все, прохождение закончено, 18 серий... Ссылка на плейлист полностью с прохождением в описании. Везде подписывайтесь, значит, на канал, на мой канал, на его канал, на телеграм, и подпишитесь везде. Можете материально помочь тоже, если захотите. И вот теперь для тех, кто досидел вот прямо вот до этого, до упора, просто в двух словах, следующая игра будет, которую мы с Серегой вместе будем проходить, Remnant from the Ashes. Это экшен RPG шутера третьего лица Souls-like.
Вот, мы ее будем в коопе проходить. Уже полноценно, не то, что кто-то один просто за кадром убит, а прям полноценно в коопе ее будем проходить. А вот, я в Souls-like никогда раньше не играл. Это вроде такой полушутер, полу-Souls-like, поэтому, возможно, жопа будет гореть. И плюс в коопе. И жопа, возможно, будет гореть не настолько сильно, как в Souls-like. А там посмотрим, может, когда-нибудь до Dark Souls'ов каких-нибудь доберусь. А вот. Вот как-то так. Получается все. За всем все. Всем всего доброго. Играйте в хорошие игры. И всем пока. Всем пока.